Выполнение важнейших социально-экономических показателей, диверсификация экспорта. Сегодня во Дворце независимости совещание по актуальным вопросам развития экономики. Как отметил Александр Лукашенко, у правительства наступает ключевой этап выработки планов развития страны, подготовки бюджета на будущий год. При этом в Беларуси начинается избирательная кампания по выборам в парламент и главы государства. Это также должно подстегивать кабинет министров работать более эффективно и сосредоточенно. Мы сдаем экзамен, поэтому везде мы должны подтянуться как следует и показать свою прыть. И мы договорились, что мы встретимся и поговорим о проблемах развития экономики в будущем. Никто не скрывает то, что Россия – это основной наш рынок реализации нашей продукции. К сожалению, мы диверсифицируемся, но медленно. Основная задача – диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже нашей продукции. Да, мы движемся в этом направлении, но очень медленно. Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны. Понятно, что и зависимость от поставок, прежде всего, углеводородного сырья из России очень велика. Поэтому вопрос сотрудничества с Россией и окончательных предложений по дальнейшему сотрудничеству в рамках переговорного процесса и выработки программы действий остается актуальным. Совещание в эти минуты продолжается. О главных его итогах расскажем в следующих выпусках наших новостей.